Небольшой комментарий по игре, если брать в целом, это провальный первый тайм. Почему провалили? Опять же, полностью пока что анализ не проделали, но первое, что бросилось в глазах, это проигрыш единоборств. Очень много проиграли единоборств, плюс подборов мяча. Второй это компонент, это в том плане, что немножко неправильно перестраивались при игре в обороне, это то, что касается обороны. Дали создавать сопернику, дали небольшое свободное пространство, плюс, наверное, очень низко сели наши центральные защитники. Нам все-таки надо было чуть выше встречать и создавать компактность, ее, наверное, не хватило в этой игре. Еще что касается первого тайма, какая-то, наверное, может быть небольшая, либо может быть перенастрой какой-то, может быть, ребят. То есть в первом тайме немножко не получилось, наверное, даже в плане каких-то эмоциональных моментов. Что касается второго тайма, сделали корректировки, объяснили, то есть ребятам, за счет чего можно попытаться выровнять игру и даже взять игру под свой контроль. В принципе, это было моментами во втором тайме. И, в принципе, создали моменты, которые должны были реализовать. К сожалению, не получилось. И что еще касается, например, каких-то отрицательных моментов касаемо второго тайма, это невынужденные ошибки плюс концентрация при быстрых атаках соперника, то есть Бате, мы знали, что готовили, что знаем, что очень много забивает голов из перехода, из обороны в атаку. Вот это мы эти моменты иногда как бы не доигрывали. Ну, плюс индивидуальные ошибки на своей половине поля тоже, которые приводили потом к опасным моментам у наших ворот. И плюс моменты, которые еще были, это стандартные положения, с которых у нас, ну, возле наших ворот опять же возникли опасные моменты. Тяжело сказать, как бы в любом случае как бы встречались команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, и каждый хотел заработать 3 очка. Наверное, в стратегическом плане, наверное, это лучше для Шахтера.